Хай! Желает успеха тем Максим Вехов. Сейчас я буду производить видеообзор дисков оркестра Детренос. А это будет в качестве вот футболочка. Вот, видите, футболочка, вот диск. Это, да, я в том году ходил в этой футболочке. Ну, в клипах снимался, да. Бывает и в ней. Сейчас я в ней не хожу по городу, жарко. Вот, а вот альбом, да, на Cool Minis Records. Оформление мое. Да, вот, чтобы буду, включу этот диск сейчас, как в качестве звукоряда. Вот. Джаз-рок. Вот так выглядит оформление диска. Вот он я, в 99-м году, он Балахон Десайд, футболка Сатирикон, в Коловороте покупал. Тогда он еще назывался не Коловорот, по-моему. Вот. Ну вот, короче, сейчас будем делать видеообзор дисков. Вот. Ну, у меня в наличии 5 дисков, один мой, тот, что я себе купил. Вот, а один диск я дал человеку послушать, возможно, купит. Ну, пока что так. Вот, вот, обещал же я диски показать, вот они. Вот, 4 диска у меня сейчас есть, один диск у меня. Я его купил, один диск. Вот, значит, сейчас мы их откроем. Ну что сказать, музыка классная, я считаю. Конечно, ну не супер-пупер, это не Ингви Мальмстен, конечно, не классика на серьезного слушателя, я бы сказал. Вот, диски все новенькие. Вот, смотрите. Вот. Все диски идеальные, на всех IFPI присутствуют, без царапин, по 50 гривен все. Ну, вот, себестоимость, не знаю, сколько у них там была себестоимость этих дисков. Материал довольно такой классный, мне понравился. Ну, как бы, конечно, не всегда его хочется слушать. Ну, человек мне дал, кстати, без коробок эти все диски. Так что цена, наверное, будет даже больше, поставлю цену. 50 мало. Коробки-то за мой счет. И коробки я сам покупал. Поэтому 60 гривен. Чё. Вот автографы от Андрея Комиссаренко. Да. Тут Андрей главный и Андрей Комиссаренко. Ну, автограф, я не знаю, наверное, от Андрея. Вот, на каждом диске присутствует автограф. Все автографы одинаковые, сами потом видео прокрутите и увидите, что автографы все одинаковые, не то, что там подделывает кто-то там. Вот. От автора музыки он. Опа. Вот. Ну, Андрей Комиссаренко молодец, конечно, я бы сказал. Молодцы ребята, сделали добротный, качественно сыгранный альбом. Записан качественно. Вот еще автограф. Вот печать какая-то он даже есть тут с печатями. Вот, Андрей Комиссаренко молодец, да. Ну, не знаю. Конечно, можно было бы сделать и покруче. Ну, я имел в виду более слушаемо-табельный. Ну, могу сказать, почему ты, вот, например, до сих пор не слышал об этой группе? Да потому что, блин, ребята в маркетинге вообще не шарят, блин. Они считают, что если они выложат этот альбом официально там на Ютубе там, или кому-то разрешат весь альбом, то его никто не купит. Да, конечно, его никто не купит, блин. Он взять попсовые альбомы, да, там всякие Майкл Джексон и там Бритни Спирс там. Ну и вы поняли, там Эминем, охуенным, блин, да полно всякой музыки, блин.
Вы думаете, да, она есть в свободном доступе, да сейчас и многие вон и блэк-металлисты есть, там вот, например, канал Black что-то там промоушен, там альбомы full albums идут новые, да и все. Надо ж послушать, что покупать. А диски попсовые покупают, блин, расхватывают нахер тиражи, блин. Надо, блин, ну, плохо, что тяжелая музыка на телевидении не крутится, да, это да. Вот, поэтому маркетинг должен быть маркетингом. Продавать продукцию надо, а для этого надо реклама. Реклама по музыке какая? Надо размещать полностью альбомы, ну, в качестве, может быть, не очень хорошем. Вон, взять даже эти всякие Нюкробласты, Роудраннеры там и все остальные гиганты. Они ж у себя на каналах официально размещают диски в хорошем качестве. Это, кстати, Торнапарт. Я тут тоже размещаю диски, фулл альбомы, ну, промки, я там, где это ж я ж автор, да, я имею полное право, вот авторский канал. Я у себя на канале размещаю альбом и там делаю, скажем так, промоушен, сообщаю, что данная запись выложена в ознакомительных целях, чтобы купить диск, читайте текст под видео, вот, и все. И вот так вот там в течение там альбома эти самые заставки эти вставляют, то есть промо-акция. Так, например, вот делала группа Legion of the Damned, культовая команда, например, да, вот. Вот, у них там вообще диски, цены сумасшедшие. 1000 гривен CD плюс DVD. Хо-хо. Ничего себе, да. Ну вот, я считаю, что все-таки ребятам нужно было бы, конечно, размещать этот альбом. Вот ты зайдешь в интернет, наберешь, и там нету никакой информации. ВКонтакте есть, там что-то там. Информация есть какая-то, и все. Ну и что, и толку, и что. И вот, вот у меня эти диски, и сколько вот, 6 дисков он мне дал, сколько лет назад уже, не помню. Мне еще привез их знакомый наш общий, Алексей Лукашов с группой Морталиум, когда Морталиум ездил в Кривой Рог, это какой-то был 2015 или 2016 или 2014 год, вот, когда ездил в Кривой Рог, и он мне привез без коробок, да. Вот, ну, один диск я себе купил, я оплатил этому самому, как его, Андрея Комиссаренко. Вот, а эти диски, как были 5 штук, так и лежат. Вот один дал сейчас послушать. Так что они не продаются, потому что их никто не знает, они не на слуху. Как бы дал бы человек, он сказал, о, да, я слышал, классная вещь, давай или хочу. Никто, блин, даже не интересуется толком. А материал хороший, годный, такой мощный. Ну, конечно, я опять повторюсь, не Ингри Мальстин, конечно, да. Да, Ингри Мальстин, наверное, далеко. Ну, Ингри Мальстин более такой шейпотребовский, скажем так. У него там соляки похожие, да, один на другой. Ну, а это материал более серьезный. Это как философия музыки. Это, блин, ух. И тут именно, блин, молодцы чуваки. Андрей, Александр Главный и Андрей Комиссаренко, они молодцы. Так что рекомендую, покупайте на моем диске Compact Max Digital. Есть 5 дисков на продажу. Ну, да, 5, пока 5, никто ж не купил. Вот, следующий мой видеообзор будет посвящен, то также у меня на диске Compact Max Digital есть, было 3 диска Xbox Murder. Один я продал, отдал Богдану Попсую. Это лидер команды Xbox Murder. И еще 2 диска мне осталось. Один я, наверное, себе возьму. Один лежит на продаже. Вот тоже как бы. Не, ну у них тоже как бы не, альбомы не полностью. Ну, у них хоть выложены эти альбомы полностью. Ну, не знаю. Может быть, у этих я вообще не смотрел, может, у этих на Bandcamp есть. Ну, сомневаюсь. Ну, короче, подписывайся на мой канал. Снимаю я видео на камеру Nikon L820, подписывайся на мой канал. Под видео для харьковчан есть ссылочка на покупку воды Себек. Переходи по ссылке на сайт и покупай, заказывай воду Себек. Все, желаю успехов тебе, Макс Вехау.
Brrr.